Саженцы примулы гибридной Франциско, примала Хайба. Обладает крупными, эффектными цветками желто-зеленого цвета. В высоту достигает не более 20 см, в диаметре разрастается до 20 см. Предпочитает практически любую плодородную почву и солнечное или полутеневое место в саду. Сорт примулы, Франческо, хорошо отзывается на полив и удобрения. Цветет с мая по июль. Чтобы сохранить влагу у корней, необходимо производить мульчирование. Это растение многолетнее и прекрасно создаст весеннее настроение в любом саду. Отлично смотрится на газонах, альпинариях и в одиночных посадках. Примула, гибридная Франческо, это травянистые высотой 15-20 см, диаметром 10-20 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль. Окраска цветка желто-зеленая. Лист растения по форме широко овальный. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.